5 апреля в Камчатском крае стартуют краевые конкурсы профессионального мастерства. Учитель года Камчатки, воспитатель года Камчатки и педагогический дебют. В конкурсах принимают участие представители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского района. Отрадно отметить, что в этом году много участников из отдаленных муниципальных районов – Усть-Камчатского, Карагинского, Алюторского, Пенжинского. Всего 21 участник. В этом году конкурсы проходят в очно-заочном формате. Часть конкурсных испытаний жюри оценивает на основе видеоматериалов, а другая часть конкурсных испытаний проходит в очном формате на базе Камчатского института развития образования. Торжественное закрытие конкурсов пройдет 9 апреля в Камчатском дворце детского творчества.